Всем привет! Меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. Приветствую также новых подписчиков, кто недавно присоединился. Вы заглядывайте ко мне, я знаю, я все проверяю, я все вижу. Вот. И сегодня хочу с вами небольшую распаковку устроить. Мне пришла одна коробочка и одна вот такая вот открытая посылка. Я ездила за ней сама несколько дней назад, так как офис фирмы находится в Москве. Вот, и давайте с нее начнем. Мне пришло 4 средства. Это все кремы. Так, сейчас достану, чтобы не шуршать. Компания называется Ладелаиде Биокосметика. Два вот таких вот крема фирма-производитель предоставила мне по умолчанию. Видимо, это новая линия, новая линейка кремов для ног, и их нету на сайте. Вот. То есть я думаю, что это новинка, поэтому их еще нет на сайте, и поэтому их нужно потестировать. Значит, первый крем ProVen, это профилактика звездочек и так далее, то есть от усталости ног и прочее. И Deostopin, это типа мягкие пяточки, ну то есть у кого шелушится кожа или трещинки есть, вот такой крем. Естественно, я все это буду тестировать и расскажу уже в обзоре через месяц. Вот. И два крема я выбирала сама. Значит, небольшие флакончики. Вот этот крем, это крем для кожи вокруг глаз. Ну, типа разглаживает мимические морщинки, заполняет какие-то микроморщинки, разглаживает кожу. В общем, тоже посмотрим, потестируем. И второй крем, я не знала, что одним из предоставляемых по умолчанию кремов будет крем для сухой кожи ног. Я выбрала вот такой вот крем. Называется он Урея. 20%, это самый большой процент, там есть, по-моему, 5, 10, 15 и 20, наверное, так. Вот, 20 это типа самый сильный такой, самый ядреный. В общем, этот крем, он универсальный, то есть здесь представляется пяточка, но на самом деле его можно использовать и для рук, для кутикулы, для локтей, для коленок, для пяток. В общем, везде, где у вас есть какая-то сухая кожа, либо трещинки, либо, ну, не дай бог, уже короста. Вот, в общем, тоже я уже начала им пользоваться. Вот, так что тоже будет отдельно в обзоре через месяц. Расскажу свои впечатления. Пока ничего сказать не могу. Вот я начала пользоваться только вот этим. Использую его для кутикулы и кожи вокруг ногтя. То есть у меня здесь в зимний период очень сухая кожа. Пока не могу сказать ничего. То есть я пользуюсь уже где-то дня 4 или 5. Ну, пока не могу, да, пока не могу ничего сказать, не могу сказать, нравится или не нравится. Вот, и вторая посылочка долгожданная. Это посылка от V Cosmetics из Новосибирска. Да, да, они почти все, на удивление, практически все косметические компании довольно хорошего качества такие, они все в Новосибирске находятся. Ну, что, собственно, неудивительно. У них там какой климат-то? Климат хороший. Так. И вот так вот. Распаковала.
И теперь давайте посмотрим, что внутри. Внутри вот такая рекламная брошюрка. Здесь очень много средств, разных совершенно. Я потом поближе ее покажу, сама рассмотрю, и потом в обзоре уже поближе покажу вам. Так, и здесь очень хорошо так качественно упаковано. Первый раз у меня такая посылка качественно упакованная. Так, ну в принципе я знаю, что я заказывала, но подозреваю, что еще что-то положили, потому что большее количество товаров. Так, у нас вот такой вот очень красивая баночка, и, кстати, большой объем, и баночка, по-моему, стеклянная или из очень плотного пластика. Здесь 100 грамм. Это баттер для ног, крем-брюле. Он запакованный. Я пока не буду распаковывать. Уже в обзоре более детально расскажу после того, как протестирую вот такой крем. Так, еще одна баночка. Так, баночка. Бальзам восстановления и увлажнения. Это для рук. Да, тоже очень красивая баночка, очень красиво упакована. Вот так вот выглядит. И красиво все и сверху, и снизу. И вообще очень приятно держать такие формы в руках. Так, вот такой вот тюбик. Крем-уход, укрепляющий кожу груди. Да, очень приятный такой тоже флакончик, небольшой. Тоже 100 мл. И он с дозатором. Вот тоже буду пробовать и потом вам все расскажу. Так. А, ну здесь, собственно, только бумажка, да. 4 средства, как я и заказывала. Так, тут очень все компактно запаковано. Что-то я даже не помню, что это такое. Хотя заказывала 2 недели назад. А, уже забыла. Ай. Так. Очень качественно запаковали. Вот в сравнении с предыдущими посылками у меня запаковано было не так качественно. Да, запаковали, потому что тюбик, скорее всего, стеклянный. Это витаминный ойл комплекс, активация роста и укрепление ногтей. Да, это комплекс масел для ухода за ногтями. Я очень хотела именно эту штучку попробовать, потому что у меня сейчас начались проблемы с ногтями. Вот, и, собственно, все. Посылочка пустая. Остался, однако, один картон. Буду тестировать и уже по истечении... Ну, вот это, через месяц, ладелаид, через месяц мне нужно делать отчет, поскольку это такое условие. А V-Cosmetics уже чуть попозже. Но я думаю, что я буду их одновременно тестировать, потому что они для разных частей тела, вот, а сроки дают небольшие. Вот такая была распаковка. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, если есть какие-то вопросы, тоже.